Все может родная земля. И напоить из своих светлых родников, и накормить своим хлебом, и удивить красотой цветущих садов. Вот одного она только не может – защитить себя. И сделать это должен тот, кто пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой. Так говорил великий русский полководец Александр Суворов. В Маргаушском районе прошел день призывника. Маргаушской земли есть чем гордиться. 55 ее уроженцев встали на защиту мирного неба и пополнили ряды российской армии. География призыва широка. Это, будем так говорить, и Сибирь, и Дальний Восток, и Москва, и Питер, и ближнее Подмосковье. Войска направлены на молодое пополнение, в основном с высшим профессиональным образованием, со среднепрофессиональным образованием. Это ребята, которые прошли подготовку в учебных организациях ДОСАВ. В день призывника будущие бойцы соревновались в пулевой стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке АК-74. Силовая часть спартакиады по проверке готовности ребят к тяготам солдатской жизни состоялась в спортивной школе. Призывники соревновались по подтягиванию на высокой перекладине, отжиманию, гиревому спорту. Мы заинтересованы, чтобы наши юноши были здоровыми и годными к службе вооруженных силах Российской Федерации. Как заметил начальник отдела военного комиссариата, сейчас отношение юношей к армии изменилось в лучшую сторону. Показатели годности к строевой службе и количество призывников Маргаушского района с каждым годом растут. Военно-патриотическое воспитание в районе строится на основательном фундаменте. Среди земляков 5 героев Советского Союза, 1 полный кавалер Ордена Боевой Славы, 2 героя России. И вполне возможно, что именно эти призывники пополнят ряды наших героев. В моей семье все мужчины служили. И среди друзей тоже есть много отслуживших. Сегодня я получил повестку и надеюсь с радостью отслужить свой срок и не посрамить честь Отечества. Для меня армия – это смысл жизни. Я всю жизнь хотел служить в хороших войсках, особенно в спецназе. Когда я жил в Москве в военном городке с отцом, мне там очень нравилось. Сегодня я получил повестку, и для меня это очень знаменательный день. Кстати, Родиона, уже отличившегося на спартакиаде призывной молодежи, по возвращении ждут в числе сотрудников правоохранительных органов. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.